Приветствую вас. Давайте разберем вопрос ваш. У меня есть, допустим, опасения, что мой мужчина нарцисс. Прошу, помогите разобраться, чтобы не наломать дров. Вот, знаете, то, что вы, ну, заметили в нем нарциссизм, да, ну, как вам видится, мне кажется, является проявлением такого вот, такой потребности в любви. Ну, вам хочется вот, чтобы вас любили. Вот. И, соответственно, вы видите нарциссизм, как мне кажется, вы замечаете его, вне зависимости от того, правы вы или нет. Вот. То есть, вот тут я бы сказал, что ключевой момент заключается именно в том, что для вас, вот как мне кажется, да, больная тема – это вот любовь, то что вы вы называете себя недолюбленной. Вот, вы говорите о том, что боитесь, что вас бросят. То есть вы вот, ну, в этом смысле, вот, хотите любви. Вот, любви к себе вам не хватает. И вот вы видите, проявление нарциссизма. Вот. То есть, ну вот я, например, как-то такую улавливаю связь здесь. То есть то, что вы видите вот в человеке, то, что для вас имеет значение. Понимаете, да? Дальше. значит, я 7 месяцев вообще с мужчиной, постоянно как на американских горках, пишете вы. Это говорит о низком уровне эмоционального интеллекта. То
то это говорит о том, что вы вот к себе вероятно невнимательны, вот. К сожалению, да, вы не совсем внимательны к своим чувствам, вот. Отсюда отсюда американские горки. Поэтому здесь нужно больше внимания уделять своим эмоциям, больше внимания уделять своим чувствам, тогда американский горок будет у вас существенно меньше. Вот. Дальше. В прошлом я чувствовал с его стороны манипуляции и попытки продавить мои границы. Как вы это чувствовали? Что это за чувства-то были? Я тоже была не ангел, я сознаю это, я создавала всякие провокации, проверки на подлинность его чувств. Да, то есть вы не уверены в себе. Опять же, то есть у вас вот тут вот неуверенность в себе, да, она... значит, влияет на подтверждение подлинности чувств, это вот сомнение в сомнение в своей ценности получается у вас, вот, к сожалению, большому моему, то есть вы как-то вот сомневаетесь в себе, в своей значимости, ценности. Дальше. Будучи подростком, мне поставили диагноз, с тех пор я повзрослел, стал спокойнее, у меня все еще проблемы построения отношений, особенно с мужчинами. Я очень эмоциональна и ранима. С эмоциями можно научиться обращаться конструктивно, так же, как и с ранимостью. В этом нет ничего страшного, что вы ранимы. Мой самый большой страх быть брошенной, так как я была недолюбленным ребенком. Постановку вопроса, конечно, у вас вызывают некоторые вопросы, в ответ. Почему вы решили, что вы были недолюбленным ребенком? То есть откуда вы знаете, что вас недолюбили? Да вы, получается, скорее всего, как-то как-то сравнивала себя, получается, с другими детьми. И решили, что других детей любят больше, чем вас. Получается так. Вот. То есть почему вы решили, что вы недолюбленный ребенок? Откуда вы такой вывод сделали? Вот. Вы, получается, боитесь, что вас бросят, да, это вот подтвердят вам, что вы любви недостойны, получается, опять же. Вот.
Ну, если я в данном случае верно вас понимаю, вы боитесь столкнуться с тем, что вы вот незначены, что вы не ценны, вы боитесь столкнуться с тем, что вами не дорожат, ну, вероятно. Вот. И, соответственно, отсюда вот есть у вас такой страх, судя по всему. Вот. Так, у моего мужчины тоже было непростое детство, короче, нашли друг друга на наши больные головы. Вам с этим нужно с психологом работать, потому что то, что вы обижаетесь, по сути, на данный момент, вот, вы обижаетесь именно на своих родителей, получается, считая, что вас недолюбили. Вы игнорируете себя, вот, свою личную жизнь, вот, да, ну, какой-то вот свой ресурс вы игнорируете. К сожалению. Это корректируется? В принципе. Вот. Но для этого нужна индивидуальная работа. С вами. Надеюсь, вы это понимаете. Мне кажется, что мой мужчина распознал мой глубинный страх и использовал это против меня. Ну, мужчина не ваш. То есть то, что вот вы называете его своим, да, это вот история про слияние. Возможно. Мужчина не ваш. Вот, вы пишете, он распознал мой глубинный страх, использовал это против меня. Может быть, но опять же, это возможно именно благодаря тому, что вы сами, по-видимому, не особо чего-то делали для того, чтобы ваш страх стал меньше. Вот. То есть, ну вот это очевидно здесь. То есть, ну да. Да, мужчина действительно мог. Мог распознать ваш страх, действительно мог его использовать, потому что, ну, если был для него такой соблазн, скажем, вот, то почему бы и нет. Но вы что делали для того, чтобы этого страха у вас не было. Вот. Ну вот. Конкретно вы. Что делали? И делали ли что-то? Лично мне показалось, что нет, ничего, ну, не особо чего делали.
наказывал меня молчанием. Ну, то, что вы видите в этом, я имею в виду молчание, наказание, это история про то, что вы сами как-то считаете себя, ну, считаете себя достойной. Достойный наказание. Вот. И мужчина, опять же, здесь ну, при всем поскольку, на мой взгляд. То есть, ну да, да, его можно обвинять, конечно. Но, на мой взгляд, это, во-первых, бесполезно. Вот. То есть, не имеет никакого смысла для вас. Во-вторых, вам это не поможет. Вот. То есть, ну вот лично вам не поможет решить ваши проблемы. Так, да, значит, то, что вы склонны видеть себя достойным наказания, это про самообвинение, значит, подавленная агрессия получается. Он как бы не пропадал совсем, но мог дуться на меня иногда, игнорировать мои сообщения. А, это еще не означает, что он нарцисс. Он винил меня в неадекватности моего поведения. Абьюзерство, проявление абьюзерства, да, нарциссизм, нет. А если так и есть, то что-то в его поведении приносило мне огромную боль. И триггерила мою драму, я начинала истерить. Так, а что вы делали-то с этим? То есть, как бы, ну, очевидно, что вы выбрали себе такого мужчину, который имеет тенденции к тому, чтобы вас, ну, как-то, ну, как-то бросить вас. То есть, ну, совершенно очевидно. Только в нем ли дело? В мужчине ли дело? Понимаете? Вот. Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд. Так. Он угрожал, что бросит меня, если не изменит своего поведения. Ну да, тут как бы вы выбираете такого человека, как бы, который отражал бы суть вашего переживания. Ранее мы могли унижать друг друга, но так как я проработала себя и успокоилась, я начала с ним совершенно по-другому разговаривать, он изменил свое поведение. Что именно вы проработали, как и почему только это? После того, как начала смотреть ролики про нарциссов, мне все больше кажется, что он нарцисс. Ну, свою неуверенность в себе вы переносите на человека. Мне страшно от того, что он не любит меня на самом деле, это лишь его игра. Это история про то, что вы не очень, как бы, ну, вы не очень себя любите. Вот. Про что? Это история больше. То есть вам страшно, что вас могут не любить, вам это страшно. Почему? То
То есть вы здесь пытаетесь решить проблему любви. Вот. Проблемы любви к себе. Вас любили. И, соответственно, мужчина вам любовь не подойдет, только тот, кто может вас, ну, бросить. Вот. Понимаете, да? Это очень важно, это понять этот момент, увидеть его. Так, он говорит, что любит, и я думаю о том, что он берет. Это не доверяется себе, потому что вам важно чувство другого, а не свои. То есть, что вы чувствуете важно, а не что он. Вчера попросил прощения, но не искренне сказал, что попросит меня прощения, но не считает, что сказал что-то плохое. Ну и зачем человека ломать? Он сказал, что я его использую ради какого-то браслета. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Я стоял в своей границе, вдруг он заболел, мне показалось, что он притворяется. Ну, короче, вы не доверяете себе полностью переключившись на него, на его чувства. Сегодня опять попросил прощения, мне казалось, никогда не просил прощения, но мне кажется, что он врет, иначе для чего он выпил. Я обратилась к гадалке, она подтвердила мои ожидания, сказала, что он манипулирует, что он бандит, небольшой ребенок. Я знаю, глупо доверять картам, но я верю, что есть какая-то сила. Это перекладывание ответственности в данном случае себя на силу. Вот. Возможно, у меня НРЛ, и у меня есть способность накручивать или фантазировать, то, чего нет. Боюсь наломать бровь, хочу понять, нацисло на самом деле, или может я его провоцирую на определенное поведение, либо накручиваю. Да, вы его провоцируете, а вы не описали ничего из нарциссического. Пока что. Я не знаю, как после всей информации услышано при нарциссе, доверять ему или вообще кому-либо, ведь каждый из нас может быть манипулятивным, и я в том числе. Развивая доверие к себе, тогда манипуляции вам будут не страшны, и с личными границами работать, ну и решать проблему любви к себе, недостаток которой вы пытаетесь компенсировать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Удачи, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.